сегодня приготовим горлодер на зиму с болгарским перцем. Это аппетитно, ароматно и насыщенно по вкусу. Зимой такая заготовка вас будет радовать своим вкусом и добавит блюдам яркости. Горлодер на зиму с болгарским перцем можно хранить в холодильнике или погребе, но это обязательно должно быть прохладное место. Горлодер можно подавать к любому мясу, особенно вкусно с шашлыком. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Очистите чеснок, хрен, подготовьте чили. Болгарский перец очистите от семян и удалите перегородки, нарежьте перец небольшими кусочками. Помидоры ополосните и просушите, после нарежьте дольками. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Все подготовленные ингредиенты выложите в чашу кухонного блендера, измельчите все на высоких оборотах. Переложите полученную массу в миску, добавьте соль, сахар, масло и 9% уксус. Все хорошо перемешайте. Наполните стерильные баночки приготовленной массой. Герметично закатайте банки стерильными крышками и уберите в холодное место. Обязательно пробуйте, это очень вкусно. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Помидоры, 750 грамм. Чеснок, 40 грамм. Хрен, 80 грамм. Болгарский перец, 250 грамм. Чили, 1 грамм. Соль, 30 грамм. Сахар, 30 грамм. Масло растительное, 20 миллилитров. Уксус 9%, 50 миллилитров. Количество порций, 2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До свидания.